Так, 23 октября. Гонят коров. Кто там? Ерема пасет. Понятно. Вот, он их кругом обводит, как ему было и велено, чтобы коровы не порушили наш труд. А вот мы продолжаем. Заканчиваем работу нашу. Так. Тут, так она выглядит вот. Вот ограда от коров. Вот уже совсем. 18 минут шестого. Вот, мы уже все почти сделали, только сам аним. Тогда пасет. Вот тут прокладка из самана, чтобы вода не вымыла и доски не порушилась. Лагерный. Сегодня второй заканчиваем пруд. Ну, завтра еще останется немножко, но практически уже будет закончено. Главное, заморозком успеть нам было за, там, за саманить. Совершенно свободно, один гонит. Дальше говорить не надо. Вот вроде как жилище бобра, неизвестно. А вот там крещение происходит. Где что-то оно? Вон пирс. Вот так вот. Все. Нету времени, надо работать. Слава Христу. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.